Про жирных. Привет, ты же новенькая? Уже играла, что за хер? Где заказ на девятый? Не мой. У меня пятый. Ну, просто не потом 13. Мне завтра прописать комменты под выступлением своими жирными пальцами. Для меня нет этих, как сейчас принято называть, красных линий. Кирилл, на девятый быстрее. И коль уж я с вами так разоткровенчился и наговорил тут уже на пару статей... Слушай. Дальше на любимой части. Хочу с вами поделиться в конце еще одним своим открытием. Секс наскучил. Вот у меня друг, он женат 5 лет. И вот у них секс, он как бой в UFC. Классно бывает раз в 2 месяца. Они к нему очень долго готовятся, они ждут, устраивают битву взглядов. За неделю начинают друг другу угрожать. Ну, типа, да я тебе вообще так сделаю. А я тебя, ты вообще просто ходить не сможешь. В общем, в итоге он ложится в первом раунде, и все. А она-то ждала 7 раундов. И еще выход на удушающий. Я все к чему? Сейчас реально интересно то, что до и после. Ну, потому что сам секс, ну, по сути, он у всех одинаковый, да? По чесноку. Да. Да? Секс, по сути, он уже как будто не так важен. Вспомните, сколько всего нужно сделать, чтобы просто он состоялся. Ну, это же каждый раз какой-то новый квест. Где эта методичка? Ну, по сексу понятно, там есть камасутра. А здесь вот что с этим делать до и после? Вот я вам точно говорю. У самурая нет секса. У него только путь от того самого до того самого после. В общем, я вам желаю сегодня вечером отлично провести время до, потом хорошенько потрахаться и ненапряжно разойтись после. У меня все, спасибо, вы крутые. Спасибо. Красава, сегодня хорошо зашел. Спасибо. Новые зрители оценили. Сейчас верну. Долго будем еще пиво бесплатно разливаться? Что будете заказывать? Вот это сервис. От мам. Ну, время такое, кручусь как мама. Простите, да. Клима, можно селфи? Да, конечно. Ну, там только фильтр посимпатичнее поставьте, хорошо. Спасибо. Так, в чем проблема? Кольца у тебя нет, над шутками про белых секс ты особо не смеялась, значит, точно не замужем. Может, мне девушки больше нравятся. О, мне тоже. Видишь, сколько нас уже общего? Смешно. Рим. Рим. Сори, в этот раз за пиво придется заплатить. Админ вспалила. Да, да не вопрос. Ок. Ну, это детский сад какой-то. Ты чего от меня бегаешь? Бегаешь? Нет, бегать это вообще не про меня. Цену набиваешь, окей. Текила или джин? Не нужна тебе, Вовка, такая машина. О, бумер. Ну, видишь, нам и фильмы одни и те же нравятся. Пойдем по сине поболтаем. Ну, я понимаю, воспитание и все такое. У меня есть, кстати, отличный монолог на эту тему, могу тебе прочитать. Оу. Даже не знаю, что сказать.
Да, я тебе помогу. Прости, я не знала. Извини, что побеспокоила. Один такой же настойчивый на первом свидании меня за стендап позвал. В итоге я сегодня одна за столиком для двоих. Я знаю, чем тебя угостить. Что? Ром. Все пираты любят ром. Позволь. Обычно два варианта. Или пугаются, убегают, или начинают жалеть. Последнее точно не ко мне. Мы комики, как ФСБшники. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Только шутки. На шутки у меня иммунитет. Мне кажется, за последние 5 лет я слышала все шутки про одноногих людей. Они закончились. Их нет. Как-то даже обидно. Ну, теперь мне про тебя все ясно. Что тебе ясно? Это твой хитрожопый план — прийти ко мне на концерт, весь вечер сидеть с покерфейсом, спровоцировать меня на подкат, а потом типа снизойти, чтобы я придумал шутку про твою ногу, вернее, про ее отсутствие. Подлинненько. Мне нравится. Черт. Все так? Ты меня раскусил. Счет? Да сейчас. Вызов принят. Засмеешься над моей шуткой — я выиграл поцелуй. Нормально же сидели. Ты сейчас начнешь шутить, у тебя не получится, будешь расстраиваться. Оно тебе надо? Пожалуйста, мне спортивный интерес. Нет, ты знаешь, у нас ничего не выйдет. Я фотофетишист. Одна нога здесь, и это же там. Да-да, у меня папа так пошутил. Через месяц после аварии. Мы познакомились с Чиксой, она была хороша. При взгляде на нее поднималась душа. Она была лучше всех. У тебя сегодня первая ночная? Ну да. Сейчас народ чуть подразойдется, предлагаю сыграть в одну игру. Что за хер называется? Согласен, название не очень. Но игрушка прикольная. По ночам так развлекаемся. Это типа посвящение? Ага. Другой раз. Как это мило! Секс, секс, без перерыва! Секс, секс, как это мило! Секс! Центр терапевтологии Светлана Чемакова. Здравствуйте, Светлана. Меня зовут... Тебя зовут? Олеся. Меня зовут Олеся. У меня есть некоторые проблемы со здоровьем. Ну, вы слышите по голосу. Да-да. Но звоню я насчет грибка. Вы хотите записаться на... Смотрите, мне один целитель сказал, что у меня односторонний грибок. Простите? Да, односторонний, ну типа на одной ноге. А вы уверены, что на второй ноге грибка нет? Это инфекционное заболевание, оно обычно поражает обе конечности. Светлана, у меня нет второй ноги. А, я вас поняла. Так, а можно мне оформить скидочку по этому поводу? Потому что, когда я хожу на педикюр и депиляцию, мне всегда половину скидывают. Я, честно говоря, у нас такой практикой пока не сталкивалась. Светлана, спасибо в любом случае, я вам перезвоню. Нет, ну, конечно, это было больше стыдно, чем смешно, но, тем не менее, ты выиграл. Так-то. Еще ни один инвалид у меня не выиграл. А вот это уже грубо. Победителя не судят, а в нашем случае еще и целуют. А-а-а. В щеку. Заебись, что это за условия мелким шрифтом. Ну, окей, давай.
Привет. Привет. Я думала, ты ушел. Тебе? Спасибо. Как говорила моя выпившая тетя моей сестре, если тебя крепко отрахли, то обязана кормить. Здесь лосось, курица на выбор. У меня, конечно, нет отмазки. Типа, я не знаю, какой ты кофе любишь. Мы вчера об этом говорили, но... Сорян, я забыл. Раф я люблю. Точно, Раф. В общем, представь, что это Раф, только приготовлен пиздец как неправильно. Да. Кстати, прежде чем ты что-либо скажешь, знаю, я очень старался. Мне было хорошо. Точнее, не так, мне... Мне давно не было так хорошо. Подожди, здесь очень важна формулировка, потому что в первом случае это как бы я молодец, а во втором это твое скучное прошлое. Спасибо, в любом случае. Вообще-то я тоже старалась. А нет, в том смысле, что у меня теперь материал на целый спешл. Сволочь, конечно. Какие планы? Секунду. Так, вам назначен водитель Хармучон. Машина через 5 минут. Хорошо. Ну, ты же понимаешь... Да, конечно. Я же понимаю, забей. В любом случае, спасибо. И за секс, и за вечер. И за то, что относишься ко мне. Нормальный. Очень ценю. Да. Ладно, давай. Это, конечно, была говенная шутка с моей стороны. Я купил 2 билета в кино и сеанс через полчаса. Ну, давай, собирайся. Ну, в общем, давай, ноги в руки, бегом. Такси отменяй. Ну, камон, ты что, обиделась? Правда? Мне кажется, я вчера жестче шутил. На моей поедем. У меня парковка бесплатная. Мне это было нужно. Спасибо тебе, нога. Мы квиты. Шла-шла, мимо прошла, а я стоял, руки по швам. Аромат ушлейф, мурашей шквал. И спутались слова, ла-ла-ла. Откуда ты взялась, ла-ла-ла. Ну и дела, куда лежит маршрут, спрошу. Была, не была, но не слушались ноги боги. По-любому я один из многих. Молоко, кипяток и кофе. Пятном на курте строгий. Глядя на эти ноги, ослеп камермен, онемел блоге. Я сменю маршрут, прошу. Позволь пойти по твоей дороге. Воскресное солнце, солнце жарит. Спорят о чем-то нервные люди. Сказала ты.